Друзья, всем привет! Увидел случайно в металлоломе вот такой каркас от школьного стула и решил кое-что из него сделать. А вдогонку прихватил кусок П-образного профиля, чуть большего размера. Вообще, по факту, для этой самоделки нужны пару кусков квадратного профиля 25 на 25 и 30 на 30. Это просто на глаза мне попался именно такой стульчик из 25 квадрата, в котором, отпилив все лишнее, я получу два уже сваренных куска под углом примерно 100-110 градусов. Так как у меня еще нет сварочного аппарата, это сильно упростит мне жизнь. Остальные же соединения будут произведены с помощью болтов. Если бы мне не попался готовый такой кусок, я поискал бы в интернете, как соединить профильную трубу без сварки, и сделал бы так. Работаю на улице, так как не хочется сильно пылить в мастерской, да и самоделка будет использоваться только на улице. Дальше предлагаю посмотреть, что я хочу сделать, так как буду пилить и сверлить. Кто захочет повторить эту самоделку, тому будет интересно посмотреть, как я ее делаю. Но в целом в изготовлении особых сложностей нет. Сверлить все буду ступенчатым сверлом, который давно уже купил на Алиэкспрессе, и оно до сих пор без проблем сверлит. Если что, ссылку на него оставлю в описании под этим видео, может кому пригодится. Там же найдете и инструмент, которым пользуюсь. Продолжу изготовление самоделки и желаю вам приятного просмотра.
Готов черновой вариант самоделки, и мне не терпится ее испытать. Давайте посмотрим, что получилось и для чего. А получился отличный захват для переноски пеноблоков к месту кладки. У нас тут пристраивается котельная к дому, поэтому есть необходимость немного потаскать блоки. Подобные захваты продаются в магазине. Но, во-первых, стоят они от 1000 и больше, а я хочу сделать два таких, чтобы по два блока таскать. Но, во-вторых, это надо еще найти, где купить. Я живу далековато от крупных городов, и мне проще сделать, потратив пару часов, чем целый день ездить и искать. Хотя принципиальной разницы в приспособлении не будет, и покупной, и самодельный отлично справляются с захватом пеноблока. У меня ширина не регулируется, так как у меня один размер пеноблока. Но можно сделать по-другому, и будет регулировка. Испытание пройдено. Иду делать второй, точно такой же. А на этом на сегодня все. Поделитесь своим мнением об этой самоделке в комментариях. Также поставьте лайк, если видео оказалось полезным для вас. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. И жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые и полезные видео. Спасибо за просмотр. Желаю всем хорошего настроения. Пока-пока.